Скоро в Беленице регулярно будут ходить маршрутки. Трансформаторную будку на улице Старокурьяновской снесли. Напомним, конструкция мешала передвижению транспорта и сужала дорогу до 5 метров, тогда как необходимая ширина – 8. Этого события жители Беленицы ждали больше года. Систематическое транспортное сообщение, которое уже давно нарушено из-за неудобной преграды, возможно, скоро наладят. В мэрии нам пояснили, вероятнее всего, уже через пару недель будет продлен 36-й маршрут. Расширить дорогу планируют в будущем году. Новую подстанцию установили неподалеку, и сейчас здесь заканчивают наладочные работы и благоустройство территории. Будка трансформатора 664-й мешала, согласно закону федеральному. Вот сейчас, как только снесут, будет рассматриваться вопрос о выравнивании дороги и пустить автобус, маршрутные автобусы до Беляниц.